Юль, как тебе сегодняшний матч, расскажи? Хороший матч, хороший спарринг. Как показал второй тайм, что мы можем спокойно играть с ними на равных и не бояться. А почему пришлось ждать пропущенного гола, чтобы так заиграть и столько моментов создать? Это не из-за пропущенного гола, это из-за корректировок, которые были в перерыве нам внесли, и мы по-другому стали чуть-чуть играть. Расскажи про эпизод с пенальти. Там могла достать? Чуть-чуть не хватило, да. Хорошо в угол она пробила, вообще чуть-чуть. Как дышалось? Ты говорила, что немножко душновато все-таки здесь, в Китае. Да, перед разминкой вообще очень 3 часа дня было, 3:15. Было очень душно, прям очень тяжело было дышать. Но ближе к матчу уже все, тень наступила и прохлада пошла, и уже нормально было. Насколько ожидания от сборной Китая совпали с действительностью? Ну, мы ожидали, что будет такой цепкий спарринг, что они будут на каждом участке поля вырывать. Они создают... хорошую борьбу, не дают просто так принимать мяч и долго думать. Мы, в принципе, так и ожидали, что и дисциплина, конечно, вы видели на поле у них какая. Было много борьбы, вот насколько сложно себя мотивировать? Все-таки матч товарищеский, при этом столько стыков и единоборств. Я думаю, что когда выходишь играть за сборную, не нужно себя мотивировать на единоборство и стыки. Ты понимаешь, что ты играешь за страну. Расскажи об атмосфере вокруг матча. Вот много детишек, брали автографы. Блин, вообще очень крутая атмосфера, хоть и матч проходит, да, в закрытом режиме. Но очень много детишек, которые подают мячи, которые просто любят футбол, которые бегают каждый момент, там что-то хлопают, неважно, чья сборная, да, там сыграла хорошо. Очень приятная страна, очень гостеприимная и очень крутой спарринг. Теперь будешь следить за сборной Китая на чемпионате мира? Да, только сначала у нас еще одна игра, нам нужно их обыграть и будем за них переживать.